Не двигайтесь, пока не захочется. Подход к обучению у нас особый, говорят руководители клуба. Главное, чтобы ученики получали удовольствие и проникались духом танца. Для этого в зале установили настоящий граммофон и расклеили афиши 50-х годов. За 2 месяца мы вкладываем базовый курс, и люди уже начинают танцевать. Да, идет понимание, они, по крайней мере, на простых шагах, они могут уже двигаться. За неточность па здесь никого не отругают. Педагоги лишь мягко поправят сбившихся с ритма танцоров. Такое отношение привлекло в клуб 10 пар. Танго изменило мою жизнь. Попытка выразить себя через танец и научиться согласованно жить с этим миром. Чувствовать друг друга. Танец это дает нам. На каждом первом занятии учителя заявляют, танго – это диалог между мужчиной и женщиной. Простое отношение здесь и к одежде, а вот обувь нужна особая. Каблук удобный, не шпилька, ни в коем случае не шпилька. Каблучок устойчивый, желательно, и с ремешочком. Кстати, в успехе своего метода обучения Рогулевы не сомневаются. В мае они намерены вывести учеников клуба в свет ко Дню Победы, запланированного выступления в городском парке.